показать еще один способ приготовления картошки. Для диабетиков вполне приемлемо. Единственное, что не надо увлекаться. Нам понадобится картошка, тщательно ее промываем, чеснок, укроп, подсолнечное масло и приправки какие-то на ваш вкус. Итак, засыпали все в картошку, добавляем подсолнечное масло, немного. Все, и перемешиваем. Все, поместили нашу картошечку в противень и в духовку, но скажу сразу, я это делаю не в духовке, а в нижней части духовки. Посмотрите, может быть, у вас тоже в вашей печке есть такая функция, она как гриль работает. В духовке просто это долго, а нам нужно быстро, просто, без заморочек. Ставим нашу картошечку на гриль, через 15 минут смотрим и переворачиваем. Прошло у нас 15 минут. Тут главное не прошляпить. Все, с одной стороны у нас готово. Переворачиваем и еще минут на 10 оставляем. Вот, аккуратненько перевернули. И оставляем, я думаю, даже минут на 15. Но надо посматривать, чтобы она не сгорела. Вот, прошло еще 15 минут. Подрумянилась. Пробуем. Все, картошка готова. Ну вот, друзья, картошечка получилась как на костре. Ну, конечно, не на костре, но похоже. Диабетики, граждане, не увлекаемся. Но полакомиться иногда можно. С салатом, картошечку. Вполне себе позволительно. Вот, видите, как она легко режется, ломается. Все. Приятного аппетита! Будьте здоровы!